Здравствуйте, я Марина Климова. Сегодня предлагаю вашему вниманию новый ролик на тему воинского учета. Это взаимодействие с военкоматами. В группе с другими двумя роликами он составляет цикл, посвященный вопросам воинского учета. И эта тема посвящена тем сообщениям, которые вы должны передавать в военкоматы о различных событиях, касающихся воинского учета, как при приеме работников, так при их увольнении и повседневно, а также о тех сверках, которые вы должны проводить с военкоматом. Жду вас на видеоконсультант.